Глава государства в своей статье ставит определенные цели, достижения которых позволят нашей стране войти в тридцатку наиболее развитых государств мира. Правильное понимание и непосредственное участие каждого из нас в модернизации общественного сознания является ключевым фактором в построении лучшего будущего Казахстана. В рамках программной статьи Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее модернизации общественного сознания» ведется объемная работа политического, экономического, исторического преобразования. Только высокообразованная, духовно богатая нация сможет правильно реагировать на внешние воздействия. Важно, что статья включает ряд мероприятий в качестве социальных, политических и культурно-образовательных проектов. Уверена, что меры, предпринятые Елбасы, помогут вывести страну на новый уровень развития. Президентом страны сделаны акценты на образовании и воспитании подрастающего поколения, будущего нашей страны. Стоит отметить, что на сегодняшний день Казахстан находится в числе самых передовых стран мира по доле бюджетных расходов на обучение. В связи с современными изменениями человечество волнует интерес к своим истокам, к своим корням для того, чтобы развивать свое будущее, своей семьи, своих детей. В настоящее время я являюсь студентом, прохожу здесь практику в Акмолинской области, и согласно данной статье Нурсултана Назарбаева, нашего президента, запланировано очень много мероприятий, которые будут также насыщены историей, культурой, всеми-всеми нашими казахскими традициями и обычаями. Рухани Жангыру – это ряд конкретных мер в виде актуальных на сегодняшний день общественно-политических и культурно-просветительских проектов, каждый из которых подразумевает огромный пласт работы. Новые масштабные задачи модернизации общественного сознания откроют перед казахстанцами новые горизонты, которые выведут нашу страну на качественно новый уровень развития. Зарина Дюсекеева, Василий Вережников, Кокши Акпарат.